pánové, vidím, že jsme se všichni aspoň trošku občerstvili a jsme schopni věnovat se odpoledním programu, který bude zaměřený, když ne pouze, ale převážně na otázku filologickou, ale samozřejmě stranu nezůstane ani název stále projednající problematika historická. Jako první v odpolední části vystoupí náš vzácný zahraniční host z Moskvy, doktor Kiril Maximovič, který přednese referát o řeckém vlivu na spisovný jazyk Velkomoravska. Dávám tuto slovo. Děkuji. Простите, что я буду говорить по-русски. Я еще не совсем хорошо изучил чешский язык, но занимаюсь этим. И надеюсь, что скоро уже смогу и, может быть, доклады на чешском языке делать. Я хотел бы уточнить свою тему. Греческое влияние в книжном языке Великой Моравии, в скобках, на материале лексических грецизмов на Маканона Мефодия. Поскольку я занимаюсь юридическими переводами Мефодия и их распространением в Древней Руси, то это, в общем-то, одна из самых важных для меня тем, именно языковой анализ Намаканона Мефодия и другого мефодиевского памятника «Закона судного люда», который, как известно, сохранился, как и Намаканон, сохранился только в русских рукописях, начиная от 13 и до 16 века. Моравский Намаканон представляет собой перевод византийского сборника канонов, известного в науке под названием «Собрание в 50 титулах Константинопольского патриарха Иоанна Схоластика». После Евгения Голубинского, русский историк церкви, научная традиция единогласно приписывает авторство Моравского Намаканона Мефодию. Как и другой мефодиевский памятник «Закон судный людям», Намаканон Мефодия сохранился в древнерусской устюжской кормчей, устюжском Намаканоне архаичного типа, в которой содержатся также славянские юридические переводы с латыни. Текст устюжской кормчей во многом совпадает с позднейшей иосафовской кормчей XVI века. Именно по этим двум спискам Намаканон Мефодия был издан Йозефом Вашицей в четвертом томе «Магная Моравия. Фонтис Хисторици», каковым изданием я и пользовался. Исследование Намаканона Мефодия должно, конечно, быть сравнительным по своему характеру, поэтому в своих выводах я опираюсь также на исследование болгарского Намаканона, который сохранился в русской Ефремовской кормчей и был издан Владимиром Николаевичем Бенишевичем в начале 20 века еще, то есть более 100 лет назад. Поскольку моравская традиция старославянского языка, на мой взгляд, довольно сильно отличается от болгарской традиции, то, конечно, сравнение одного Намаканона и другого было интересно, и я его в своем докладе в тех местах, где необходимо, я это буду упоминать. В нашей недавней статье о кальках на Маканоне Мефодия было показано, что калькирование греческого оригинала при переводе на славянский язык Мефодий использовал очень редко. Калек на Маканоне Мефодия мало. Совсем другая картина, противоположная картина, складывается, когда мы изучаем заимствование, выпучки, по-честному, заимствование в Намаканоне Мефодия. Их, наоборот, очень много, и они касаются в основном терминов греческих, которые трудно было перевести на славянский язык. Это термины церковного права, для которых в славянском языке не было соответствий или были неточные соответствия. И в этих случаях Мефодий использовал заимствование.
Многие заимствования, которые были в первоначальном тексте Намаканона, впоследствии при переписке были испорчены, искажены, поскольку переписчики, русские переписчики, писцы их не понимали. И поэтому иногда догадывались, что это может означать, и, конечно, делали ошибки, поэтому в тексте Намаканона Мефодия много испорченных чтений, которые, конечно, можно реконструировать, если знать греческий оригинал. Ну, я остановлюсь подробно на наиболее трудных случаях, на наиболее интересных заимствованиях, потому что всего заимствований в Намаканоне 80, именно из греческого языка. Есть несколько заимствований из латинского языка. И многие из них вполне тривиальные. Например, какой-нибудь там аминь из греческого амин, да, или какой-нибудь ангел из ангелос. Это все известные вещи, и об этом я подробно говорить не буду. Первым, насколько мне известно, заимствование из греческого в Намаканоне исследовал немецкий филолог, немецкий словист Хайнц Феликс Шмидт. Еще в 1922 году он написал работу «Намаканон Übersetzung des Methodius», где подробно изложил и историю текста, и проанализировал язык. Уже он указал нам на многие заимствования, которые в Намаканоне присутствуют. Значит, еще раньше изучал заимствования из греческого в славянском языке, не в Намаканоне, а просто в старославянском. Также немецкий лингвист, известный Макс Фасмер, в своих греко-славянских этюдах. Но он не исследовал Намаканон, он исследовал другие славянские переводы. Ну и впоследствии данной темой практически никто не занимался. Немножко об этом писал Вашец, но совсем чуть-чуть, поскольку юридическая традиция, вообще славянская, она находится немножко на периферии научных исследований. Все занимаются литургикой, историей священного писания, а юридическими текстами занимаются меньше. Тем не менее, исследование этих текстов кажется все-таки чрезвычайно интересным для понимания того, каков был юридический славянский язык в самую раннюю эпоху своего возникновения, еще, так сказать, при жизни Мефодия. В этом смысле исследование Намаканона очень полезно, потому что Намаканон дошел до наших дней в неизменном виде, он почти не подвергся изменениям, редактированию. В отличие от Евангелия, Псалтири и многих других текстов мефодиевских, которые были многократно отредактированы, юридические тексты сохранили первоначальный вид. И в этом смысле для изучения языка Мефодия они имеют огромное значение. Ну вот я напишу, пожалуй, на бумаге, чтобы было нагляднее, несколько примеров таких заимствований и прокомментирую их. Какой любопытный пример, например, греческое слово аскет, аскетес, переводится Мефодием не аскит, не аскет, а калугер, известным славянским словом, которая тоже происходит из греческого «калугерос». Вот. Таким образом, мы видим, что данное заимствование является освоенным и может соответствовать не слову «калугерос», которого нет в Намаканоне, а другому слову «аскетес», который в Намаканоне присутствует. Такой же точно эквивалент калугер используется для передачи греческого монахо, монах. То же самое калугер, хотя имелось и слово мних в старославянском языке, но на Макануне в данном случае используется именно калугер. Другой пример.
похожий, когда для одного греческого слова используется другое греческое, но не зависящее от первого, слово «дьявол», например. Славянское «дьявол». Которое соответствует на Маканоне не слову «диаболос» греческому, а более сложному варианту «бельяр», то есть имя собственное, являющееся синонимом дьявола. Бельяр Григорий переводит как «дьявол». То есть опять мы видим освоенное заимствование, которое в данном случае по смыслу вполне подходит. Более сложный пример касается слова «гуэтея» греческого. «Гуэтея» — как это будет по-чешски? Волшебство. Волшебство, колдовство, волхвование, что-то в этом роде. Да? Есть такое? Есть, есть. Мекорнак. Волшебник. Колдун, волшебник, маг. Маг, чародей. Чародей, чародей, чародействие, вот что-то в этом роде. Гуэтея. В русском тексте, в русских рукописях очень странное слово используется. Хоть. Точнее, не просто хоть, а форма хотию. Это форма аккузативус сингулярис. Котию деяти. Предполагается уже, в общем-то, Шмидт предположил, что в слове хотию на самом деле зашифровано заимствование. Гоитию. Гоитию. То есть буквально соответствующее вот этому самому слову гуития. Гуитию. Значит, славянский, русский, наверное, писец уже не понимал, что такое гуития, и написал здесь хотию. Слово «хоть» известно в славянских языках, в русском языке оно означало желание, страстное желание чего-либо. В чешском языке, в современном, мы знаем слово «хоть», которое тоже от слова «хоть» происходит. Ну и в некоторых языках это слово означало «жена», «супруга», «хоть». Значит, таким образом, для русского писца это слово было известно, оно было понятно. А слово «гуития» не было понятно, поэтому он таким образом заменил. И тут также интересно, почему «г» греческое было заменено на «х» при переписке. Возможно, что уже на русской почве здесь было «х» в силу произношения киевского диалекта. «Х» — вот это вот фрикативное «г», которое могло передаваться на письме как «х». Поэтому спутать эти два слова, в общем-то, было не так уж трудно. Правда, Маляш, который также писал по поводу этого случая, считал, что это «г» отражает не украинский, не киевский диалект, а моравский диалект, где «г», так сказать, соответственно, тоже присутствует. Но, в общем-то, до конца это, конечно, не очень понятно. Была также гипотеза Йозефа Вашицы, что «г» и «х» были спутаны потому, что в глаголице «г» и «х» очень похожи. Вот так вот. Значит, это, соответственно, «г», это, соответственно, «х». Из-за того, что они таким образом выглядят, возможно, при переписке с глаголицы на кириллицу произошла путаница этих звуков. Тоже может быть. В общем, тут, как видите, масса разных вероятностей, но тем не менее очевидно, что в данном случае мы имеем дело с заимствованием гуития. Кстати, это заимствование засвидетельствовано в других славянских
памятниках, не на Македоне Мефодии, а несколько позднейших, оно известно. Поэтому, скорее всего, вот эта вот Кирилло-Мефодиевская, собственно, Мефодиевская традиция, она была усвоена и ее следы сохранились. Ну, можно сказать, например, также про такое греческое слово, как граммата. Письменный документ, указ, который переводится как грамоты на Македоне Мефодия. Но здесь есть вероятность того, что это русизм, внесенный уже на русской почве, потому что слово грамота, в общем-то, очень часто употребляется в русской письменности. Правда, в определенном значении оно только считается русизмом буквы. В данном случае это документ, поэтому не исключено, что это исконный перевод. Дальше, значит, любопытное испорченное такое чтение содержится в чтении, в переводе греческого слова «эпархист». «Эпархистес» – заклинатель демонов, заклинатель бесов. Значит, церковная должность для того, чтобы изгонять бесов из людей немножко, так сказать, одержимых нечистой силы. Это слово, конечно, русским в Древней Руси совершенно не было известно, поэтому у славян тоже ничего подобного, видимо, не было. Мефодий перевел это слово заимствованием «эпархист». Когда русский писец это переписывал, конечно, он не понял, что это такое, и у него получилось опрокист, значит, непонятное совершенно слово, опрокист, это в устюжском списке, а в иосафарском списке простец просто. То есть тут очень хорошо видно, что, конечно, искажения были довольно большие. Из эпоркиста сделали простца, так сказать, то есть простого человека. Но понятно, что смысл канона довольно сильно был искажен, но тут уже, так сказать, ничего не поделаешь. Просто это слово было непонятно. То же самое касается, например, своеобразного греческого термина «тюмеликос». «Тюмеликос» означает «актер», театральный актер, который выступает на сцене. У славян театра в нашем понимании, там, в греческом, византийском понимании этого слова, конечно, не было. Поэтому что значит это слово, конечно, они не понимали, поэтому Мефодий переводит «тюмеликос» словом «фимеликий», заимствованный. «Фимеликий». Однако при переписке текста древнерусскими писцами вот это вот «ме» было выпущено. Получился «филикий» просто. Возможно, его спутали с греческим «филикос», дружественный, не исключено. Но как бы то ни было, здесь также было недопонимание смысла греческого текста, и поэтому возникла такая ошибка. Любопытно также такое заимствование, например, как «пасха». Мест, ну ничего, тут уже можно устно дальше сказать. Такое заимствование, как Пасха, которое имеет в Намаканоне Мефодия звучание Пасха. Значит, есть и Пасха тоже. Собственно, два раза только встретилась. И два раза встретилась форма Пасха,
которая, в общем, на мой взгляд, является морализмом и отражает западное произношение, даже не просто западное, а специально итальянское произношение слова «пасха», там, где нет «х», звука «х». В итальянском его, как известно, нет, поэтому вместо «пасха» говорят «паска». И это же перешло в западнославянский язык, именно в этой форме. Тогда как у болгар, у сербов осталась форма «пасха» нормально. Вот. Так вот, форма «пасха» в Номоканоне как раз показывает, что его язык довольно хорошо сохранен в русской рукописной традиции. Ну, можно еще как пример искажения при переписке привести слово «просодос», греческое «просодос» – доход, прибыль, денежная, так сказать, прибыль. В мефодиевском переводе использовалось заимствование «просод», которое в русском тексте было заменено на «просто». Потому что просод было непонятно. Ну, просто. Ну, тоже, так сказать, такой любопытный момент истории текста, текстологии. Далее можно привести также перевод греческого «просфора», то есть причастие, приношение, «просфора». Мефодий переводит «литургия». Литургия является тоже, конечно, заимствованием, но уже не из просфора, а из, опять же, литургия греческого, что показывает, что это уже почти синонимы, то есть они могут заменяться уже в славянском языке достаточно рано. В устюжской кормчей есть форма проскура. Форма проскура является русизмом, потому что нигде в славянских языках, кроме русского, она не встречается. В русском в языке есть фамилия Проскурин, так сказать, как раз от этого слова происходит. Поэтому эти формы уже, конечно, внесены на русской почве, а в исконном мефодиевском тексте была, скорее всего, просфора, которая также засвидетельствована на Номоканоне. Эта форма тоже есть. Ну, что еще можно сказать? Ну, вот любопытное также заимствование греческого «тессаракосте» – «великий пост». «Тессаракосте» в русском тексте, в русских списках Номоканона Мефодия стоит «сорокоустье». «Сорокоустье» – то есть очень странное выражение, связанное с уста, с устами. Понятно, что это греческое «тесаракосте» каким-то образом было воспринято как уста, так сказать, получилось «сорокоустье». Смысл, конечно же, канона в данном случае не соблюден, не вполне сохранен, но можно реконструировать предшествующую форму, мефодиевскую форму, скорее всего, «сорокости» она звучала, «сорокости» из «тесаракости» или «саракости». Это по фонетике славянской наиболее вероятное заимствование. Ну, кстати говоря, интересно, что Мефодий не использовал слово «великий пост». Не использовал. Видимо, в то время просто его еще не было, оно появилось существенно позднее. Для моравских славян ему пришлось перевести это заимствование, потому что ничего подобного в Моравии тогда, конечно, не было. То есть, в крайней мере, это не так называлось. Да, если, так сказать, и использовалось что-то, то, наверное, все-таки на латинском языке были, так сказать, соответствующие термины. Но в данном случае Мефодий использует греческий термин, а не латинский. Ну и некоторые другие, так сказать, можно упомянуть заимствования, например, известная Кришма из хризма греческого, тоже моравизм в этой форме. Значит, псалтырь, псалтерион, урарь из греческого горарион и так далее. В общем, таких слов довольно много, они у меня все перечислены. И в публикации
Это все можно будет подробно посмотреть. Таким образом, я перехожу к выводам, и здесь следует сказать, что из этих 80 заимствований, которые есть в номоканоне Мефодия, если посмотреть их в болгарском номоканоне, о котором я вначале сказал, в Ефремовской корчи, то кажется, что 27, даже нет, больше 30% этих слов отсутствуют в болгарском номоканоне. Многие из них там есть, но где-то 1/3 отсутствуют. Что говорит о том, что все-таки мефодиевский язык юридический был больше ориентирован на греческую юридическую лексику, чем позднейший болгарский перевод. Потому что болгары, которые переводили эти же самые каноны, что и Мефодий, переводили спустя примерно 50, может быть, лет, может быть, чуть меньше после Мефодия, они гораздо больше использовали уже славянские корни, славянские основы, чем Мефодий, который предпочитал использовать заимствования. Таким образом, получается, что древнеболгарская книжная норма в первой половине X века уже начала довольно сильно отличаться от нормы мефодиевской. Вот, я об этом писал несколько раз в других своих работах, подробно об этом сейчас говорить не буду. Ну, и на тех примерах, которые я показал, также видно, что Мефодий широко использует освоенные заимствования, то есть те заимствования, которые не обязательно тесно привязаны к греческому оригиналу, как, например, «Просфора», «Литургия», как, например, значит, «Монадзон», «Калугер» и так далее. Вот подобных примеров в номоканоне Мефодия довольно много. Что говорит о том, что номоканон Мефодия уже отражает некоторый опыт, некоторую норму, которая к тому времени складывается, и значит, он переведен не в самую раннюю эпоху миссии Кирилла и Мефодия. Ну, о чем я говорил еще недавно в Праге в своем докладе. Значит, о том, что номоканон, скорее всего, возник в 70-е уже годы 9 века, то есть спустя довольно большое количество времени после начала Кирилло-Мефодиевской миссии. Ну вот, у меня все. Большое спасибо. Výborný referát pronesený srozumitelnou ruštinou, což my, kteří méně vládáme tímto jazykem, velice děkujeme. A tak jako v předcházejících chvílích máme možnost krátkým diskusním příspěvků. Prosím. Já popróbuju na ruském jazyku, nevím, jestli můj ruský nebude tak chorší, jak já bych. В вашем докладе я не смотрел разрешение на виды заимствований. Это значит формальные и синтаксные и так далее. Дальше. Потом вторая квестия, если из контекста русского записа простец, как такой крест может быть от простити, аполинари, греческого, отпускати. И третий, это что в польском, древнепольском языке есть слово хуть, как сексуальный нечистый аппетит. Да. Спасибо. Значит, дело в том, что я не могу в одном докладе и синтаксис исследовать, и лексику, поэтому я ограничился только лексическими заимствованиями. А про синтаксис у меня есть публикация, если хотите, я вам могу ее прислать. Есть публикация в Москве, в русском журнале «Русский язык в научном освещении». У меня там статья «Синтаксические грецизмы в номоканоне Мефодия». Там все синтаксические заимствования описаны уже. Вот этот материал еще не опубликован, он здесь будет опубликован, я надеюсь, в первый раз. Поэтому
Я об этом и говорил. Что касается простец от простите, то теоретически, конечно, в общем-то это возможно, но нет у нас в словарях и, так сказать, в наших памятниках слово простец как того, кто прощает кого-то. Вот, к сожалению, это нельзя подкрепить никакими параллелями. Вот, поэтому идея, конечно, интересная, но, к сожалению, доказать это невозможно. Вот. А по поводу слова «хуть» как сексуальный объект, я опять-таки не все сказал, что здесь у меня на эту тему написано. Вот, действительно, слово «хуть» означало не просто желание, но иногда и сексуальное желание, похоть, именно в этом смысле. Вот. Но это же слово означало и супругу, так сказать, то есть объект желания, так сказать, ну и, соответственно, объект супружеской любви. Вот. Поэтому, видите, слово, оно немножко амбивалентное, оно может означать и негативные какие-то оттенки, а может, наоборот, в сторону, так сказать, любви, супружества, как в современном чешском аппетит, то есть вполне нейтральное слово развивается и так далее. Но данная ошибка просто свидетельствует о том, что это слово было известно в Древней Руси, так сказать, не только у западных славян, но и в Древней Руси, которые, так сказать, песцы, которые его использовали, конечно, знали, что оно означает. Это создавало возможность такой ошибки. При переписке текста. Спасибо. Я бych si dovolil na to trošičku klidně se chtěl navázat. Ve staroslovenštině je doloženo slovo pochoty, ale pokud vím, i třeba z penitenciálních textů, pokud se objevuje ve významu jako negativním, tak je to většinou doplněno nečisté pochoty nebo tělesina pochoty a podobně. Takže skutečně to je spíš neutrální. Já jsem ale chtěl spíš navázat, nebo vlastně říci, že vaše zjištění velice dobře korespondují s tím, co je známo, že cyrilometodějské překladatelské texty, ač se nám to může zdát trošku podivné, třeba na první pohled, vlastně se nevyhýbaly přímým výpůjčkám z řečtiny. Navíc v případě tady, kdy bylo třeba vlastně zavést terminologii právní, která zřejmě vlastně do té doby neexistovala, nebo alespoň nesoustavně, a srovnáním s těmi překlady bulharskými, bulharský purismus, bulharské školy, která se prostě snaží odstraňovat vlastně přímé výpůjčky a nahrazovat je třeba i kalky, kolikrát často velice nepovedlými, že to skutečně velice přesně jazykově dosvědčuje mimo jiné vlastně ten původ těchto právních textů cyrilometodických nebo přímo vlastně metodiových. Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu drobnost. Vy jste na úvod říkal, že v té Ustiušské Korunčí knize, jestli jsem dobře rozuměl, že jsou i další církevně právní texty přeložené z latiny. Заповеди святых отец. Так называемые заповеди святых отец там тоже есть, да. Ясно, там там велком рассказ. Поэтому я и сказал, что это кормчая архаичного типа, то есть она в ядре своем, в основе, она восходит к мефодиевским юридическим переводам. Правда, заповеди святых отец это не мефодиевский, а послемефодиевский перевод. Но тем не менее это моравская традиция все равно. Поэтому в Устюжской Кормчей есть начало, в которое в начале значит, мефодиевские тексты, далее идут тексты болгарские разного, так сказать, происхождения юридические, вот, и там среди них вставлены еще и заповеди святых отец, переведенные с латинского языка, и, конечно, болгарскими они быть не могут в принципе, поэтому... Это и привело к выводу о том, что Устюжская Кормчая и вторая Кормчая, и Асафовская, которая соответствует ей по составу, что они представляют архаичный тип славянского намаканона. Я его называю моравским намаканоном. Хотя это еще пока не принято, не общепринятое название.
Вот, но оно удобно. Есть моравский номоканон, мефодиевский, есть номоканон болгарский, это вот ефремовская кормчая. Потом был еще сербский номоканон. То есть все три основных славянские страны сделали свои номоканоны. А на основе сербского номоканона потом был сделан русский номоканон. Фактически, ну, это уже ну, не конце, а где-то в середине, во второй половине 13 века. То есть это уже довольно поздно. А первый номоканон, конечно, был моравским. И, собственно, в этом и состоит моя идея, что изучать эти вещи нужно всегда в связи, так сказать. Вот, то есть все тексты, которые сохранились в сборниках типа Устюжской кормчи, они требуют комплексного анализа, так сказать, что зачем идет и где какая часть, так сказать, присутствует, для того, чтобы понять, как эти тексты складывались, как эта традиция развивалась. Итак. Dobře, tak pak ještě budete mít možnost na závěr se vyjádřit, nebo